Всем привет! Поставил жерлицы и есть уже сработка, сейчас пойдем проверять. Всем приятного просмотра. Вот такой вот малыш ко мне прибежал на рыбалке. Это чей-то, да, он там, он с каким-то рыбаком. Он. Вот такая у него упряжка даже есть. Такой смешной. Эй, ты на Джек Рассела похож. Как будто Джек Рассел маленький. Эй, малыш, маленький. Сработочка есть. Сейчас посмотрим, что там у нас попалось-то. Снова холостая поклевка на плотвичку. Здесь у меня плотвичка стояла. Так, сейчас на эту жерлицу попробую маленьких окушков поставить. Так вот сразу двух. Так, я думаю, хорошая провокация для щуки будет такая. Щука вообще думает, будет что это такое, интересно. Ну, она знает, что это такое. Это она будет думать, то, что это маленькая стайка окуньков. У рыбака Лёва есть сработка. О, давит, да? Сошла под одну. Ах. Ну была рыба, да? За этот тройник зацепился. Ну. А так и сила. Слава, не дал ей. Не дал заглотить. Ну она сработала, даже не мотала, да? На месте что-то встала. Стояла, это мелочь. Ну. Марка сперва. Ладно, сейчас еще придет, куда он денется. Недалеко от меня знакомый рыбак стоял. Ирик зовут его. Тоже этот видео смотрит. Частенько здесь на пруду видимся. Вот у него сработка есть, сейчас проверим, что там. У него флаг аж вылетел, да? Затянула лунку, да? Да. До 100 просмотрено или ты не стопорил? Нет, я тебе не стопорил. Что, все вымотало? Да нет, лески, много еще. Вот у него такой багорик. Куда утром? Что-то разогнутый тогда был. Я говорю, подогни ему. В этом. О, по 45. Так и не добагрит. Нет, тут лунку надо расширить. Лунка примерзла. А, это у тебя этот, пешня? Да. Я думал, багорик там. Пять штук все-таки вместилось у меня по тому ряду. Потом дальше пошел. И сработки вот с одной стороны, да, только вот смотри. Там ближе к руслу нету, здесь только с этой стороны сработки. Так, багорик надо приготовить. На всякий случай. Давай, вытаскиваем монстра. Порадуй нас трофеем. Ну а что? Посмотрим, как вы там. Чуть мелочь пока берет. Я в обед мамку жду. Перчатки не будешь снимать? Не мешать не будут? Я говорю, в обед мамку жду. Килограмма на 4 на 5. Ну должно уж. Приднерестовый жор-то должен начаться все-таки. Я перчатки тоже снял. Задобный цепляться будет.
чтобы за глаза ее. Да, без перчаток лучше. Нет. Идет? Нет, нету. Зацеп, что ли, где-то был. Соскушила. Трава только, да? Да. Ну ладно, в следующий раз повезет тогда. Спустя некоторое время еще две жерлицы сработали. Вот здесь вот одна и там вот дальше еще одна. Сейчас посмотрим, что там попалось. Жерлица не шевелится. Но натяг есть такой, неплохой натяг. Да, леска натянута. Здесь нету ничего. Холостая. Окушок. Окушок заснувший уже, вот смотрите, его этот. Усыпила щука. Чуть ругательное слово не сказал. Вот порвала его даже. Здесь вот есть. Вот такой вот, видите, надрез. То есть она его тянула. Но почему-то не взяла. Так, ну ладно. Сейчас дадим второй шанс. Вот это все говорит о том, что неактивная рыба просто. Активная она, когда сразу же заглатывает. То есть подходишь и не холостая, а вот нормальная сработка. А то, что сейчас происходит, это просто говорит о неактивности рыбы. Пойдемте другую сработку сразу проверим, что там. Так, я здесь вот эту вот палочку вставлял, вот видите. Здесь уже была до этого сработка холостая. Посмотрим на этот раз. Будет. Вроде натяг такой чувствуется. Есть натяг. Сейчас посмотрим. Лунки все равно затягивает, хоть и тепло. Стоит несколько часов. И затягивается. Что-то тащил потихоньку. Куда-то зацепилось. Что-то шло-шло, но куда-то зацепилось. Ну, не рыба была, а какой-то как будто. Ветка какая-то была, что ли. Палка какая-то была, как будто. Какую-то траву там вижу. Не знаю, что там.
вижу живца. И поводок вижу, и живца. Щуку не вижу. А вот вышло. Да, там какую-то камышинку зацепило. Такая камышинка была. Рыбы снова нету. Видимо, опять какая-то мелочь дернула. Ну, плотвичка такая, еле живая. Сейчас ее поменяю на более живого окуня. Так, есть вот еще сработка у соседа. Леску полностью забрал. У тебя этот, что-то я смотрю, у тебя этот, борода какая-то? Здесь, да. Видимо, газовал хорошо. Борода на катушке вот прям. Натяжка такая есть, тут, наверное, что-то есть, скорее всего. Сильно леска натянута. Не порви, смотри. Она потихоньку прорывается вроде. Не пойму, пока нет. Нету? В траве было. Зацеп был и рыба сошла, да? Да. Да что такое, елки-палки? Третий уже. Ну. Вообще обрыв. Смотри. А, обрыв. Сейчас порвало? Ну, она сначала шла, я как бы, ну, не почувствовал, что обрыв был. Она легко вышла. В общем, обрыв. Минус одна жерлица. Да. Прошло немного времени и сработали. Сейчас вот вижу 1, 2, 3 флага вижу пока. Ну, может, что где-то есть, может, не вижу просто. В общем, 3 сработки. Сейчас начнем проверять. Больше не видно, да, пока 3 вижу только. Сработали жерлицы. Там где-то я поменьше окушков, где-то побольше окушков поставил, где-то сорожки, где-то плотвички там есть. Надо будет посмотреть, где на что клюнуло сейчас. Так, сейчас сразу все инструменты приготовлю. Эта жерлица уже срабатывала до этого. О, что-то сопротивляется, что-то давит. Такая неплохая щука вроде. Вот такая вот. Такая есть. Килограмм полтора, наверное, будет. Да, прям за год заглотила хорошо. Отлично. Наконец-то нормальная щука попалась. Ага, вот и сама освободилась. Давай мне только леску не порежь. Сейчас ей леска прям в рот попала, блин. Не могу ее никак взять в руку. Что бойкая такая. Вот, друзья, вот такая красавица наконец-то попалась. За килограмм, где-то кило 200, наверное, думаю, такая, кило 400, может. Хотя, в принципе, можно взвесить. Смотри, сколько есть. Так вот, весы на нуле. Сейчас взвесим, посмотрим. Так, захватом сразу взвешу, а то сейчас ее цыпленок прыгает. Да, я даже ошибся, вот
980 грамм. Весит минзахват грамм 50. Я преувеличил. Давно щуку, наверное, не видел. В общем, 950 грамм такая щука. Нормально, короче, съедобная. Сейчас посмотрим, может там еще где-то на каких-то жалюзах побольше попалось. Неплохая, неплохая, нормально. Оттуда этого одни шнурки какие-то клевали. Сработало то, что я вот леску зацепил, чтобы она далеко не забрала, чтобы не завела какую-то этот зацеп, чтобы не ушла. Все нормально. Леску хотел посмотреть, чтобы повреждений не было. Я еще поймал еще сорожку, там, где я окушков ловил, вот такую сорожку удалось поймать. Первый раз на этом пруду я вообще ловлю сорожку, на мотыля попалась. До этого никогда не ловил, сколько рыбачил здесь, первый раз вот в жизни. Так удивился, когда поймал ее. Думаю, елки-палки, что это за рыба-то? Здесь же вроде не клевали такие. Вот такая вот бойкая местная сорожка. Посмотрим. На нее еще раз клюнет что-то. Так. Все, пусть стоит. Так, пойдемте еще две сработки проверим. Может, даже больше сработок есть. Просто флаги не выстрелили. Рыбу пока здесь оставлю, пусть лежит, потом заберу. Видно, как швелится жерлица. Вон ее загибает, смотрите, прям гнет ее. Он наклоняет, видно. Там щука ходит. Ох, как загибает. Ёлки-палки. Там, наверное, хорошая щука какая-то. Ой-ой-ой, как гнет. Загибает прям. Жерлицу хорошо. Вон, видите. Тоже такая же примерно, около 900 грамм. Вот такая красавица еще одна сидела. Отлично. Но жерлица гнула, как будто там двушка какая-то сидит прям. Идентичные рыбы, вот одинакового размера. Вот такие вот подкилошные. Отлично, вроде рыбалка налаживается. Наконец-то рыба начала попадаться. Ну, видимо, день поменялся, активировалась. Вот эти холостые поклевки превратились в рыбу.
Здесь у меня окунь стоял, кстати, большой и крупный окунь. Заглотил он у нее, в пузе прямо он сидит. Пытаюсь вытащить живца. Так, ну что, удалось освободить. Щука съедобная тоже. Нормальный размер, килограммовый почти. Так, сейчас хотел показать, какого окуня она съела. Вот такой вот окунь стоял. Вот такой вот. Представляете? Не маленький такой вот. Моя ладонь. Почти что в пол ладони окунь. И она его вообще заглотила конкретно, прямо у него он в желудке был. То есть она этот... Размер окуня вообще не остановил ее. Щука небольшая. Я рассчитывал то, что покрупнее клюнет, но такая вот клюнула. Она нормально тоже, неплохо. Так, сейчас здесь тоже поставлю живца. Здесь маленькие окушки у меня, ведерки. Ой-ой-ой. Эти живцы уже мелкие. Вот разница, смотрите, то, что я сейчас ставлю, и то, что до этого стояло. Вот видите, какой сейчас окунь будет установлен и какой до этого стоял. Видите размеры. До этого щука, кстати, вот на такого маленького клюнула. Первая. Вторая вот на такого. То есть там размер как-то роль не сыграл вообще и для нее. Так, ну что, еще одна сработка там, вижу, есть. Вот, через пару жерлиц. Пойду ту проверю сейчас.
Ну что, здесь сразу проверим, посмотрим, что здесь есть. Здесь леска так что-то не натянута. Ну посмотрим, может под лункой стоит рыба. Пока непонятно. Здесь вот рыбы нету, походу, дела. Да, здесь. Ох, блин, она этот двойник забрала у меня. Двойник сняла. Ёлки-палки. Бывает такое вот, то, что крючка нет, видите? Может, даже хорошая щука была. Да уж, жалко. Ну ладно, бывает. На рыбалке всякое бывает. Самое главное, то, что поклевки вроде начались. Холостые наконец-то превратились в щук. Так, у меня здесь есть специально на этот случай. Запасные крючки с собой. Вот в такой коробочке я держу. Крючки отличные, вот эти вот мне очень нравятся. Вот двойники. Какая-то компания Видо, там крафт номер 2 написано здесь. Так. И так как я под жабры сейчас не запускаю, потому что окунь мелкий, вот этот, которого я ставлю. Только мелкого удалось поймать. Я делаю, надо сделать вот так, вернее. Чтобы она не могла забрать. То есть получается, двойник вот так вот надо привязать. Это моя ошибка была, то что я сразу так не сделал. Вот так вот, видите? Тогда двойник она уже не сможет снять. Если вот так сделать. А у меня до этого просто пропущенный был, так как я через жабры ставил. Просто был где-то. И вот она воспользовалась и утащила крючок. Может, даже хорошая щука была. Кто знает. Теперь же не узнаешь. Так. Ну что, вот пока вот эти три сработки были, как видите, две удалось реализовать. Около килограмма щуки, где-то по, грамм по 900, по 950. И сейчас обход еще сделаю, посмотрим, может, еще где-то сработка есть, просто без флага. Бывает такое то, что щука сидит, а флаг не выстреленный. Ну, вот проскальзывает там, я тем более 2-3 метра всего лески оставляю, чтобы она в корягу не завела. Такое тоже может быть. Так что ждем следующую рыбу. Надеюсь, еще повезет. Еще рыбалки много впереди. Весь день, ну почти еще полдня есть впереди, там нормально, еще успеем, наверное, поймать. Обхожу жерлицы и палочкой вот так вот дергаю леску, чтобы жилец шевелиться начал. Так бывает то, что жерлиц потом срабатывать начинает. Такой способ тоже эффективный. Вот так вот дергаю, видите? Жилец там
просто стоял, ну, уже несколько часов без движения. И вот, вот я пошевелил, он начинает взбадриваться, начинает шевелиться. После этого частенько сработка происходит. Вот так вот, видите, палочки. Пошевелил. На прошлой рыбалке так сработало, кстати, пару раз. Пару сработок я вот после этого увидел. Через несколько минут, вот как я прошел, прошевелил. Сработала жерлица. Сейчас проверим. Там щука нет. Леска натянута вроде. Натяг есть. Что-то идет. Что-то идет ко мне. Да, такая же вот киложка примерно попалась. Попалась уже на плотвичку здесь. Я вот плотву ставил, видите? Вот такая вот красавица. Тише, тише. Ой-ой-ой, какая бойкая она. Смотрите. Даже не дает себя удержать в руке. Намотала леску вокруг себя. Ужас прям. Одного размера рыба попадается. Все около килограмма примерно. Вон как намотало. Буквально пару оборотов она сделала. Ну и как я видел, а начинаешь вот так вот раскручивать, такое ощущение, как будто оборотов 10 она сделала. Как она так умудряется, вот всегда удивляюсь этому. Кстати, с этой лунки уже вторая щука сегодня выходит. Какая-то вот лунка рабочая. Бывает такое, то, что какие-то лунки вот более эффективные, чем другие. И заглотила хорошо прям пищеводный крючок глубоко. Бойкая вообще, очень бойкая, прям энергия хоть отбавляй. Так, здесь живец, скорее всего, заснул уже, плотвичка, наверное, уже уснула. Да, он уже не шевелится толком. Ну, с такой бойкой щукой, да, долго не продержишься, наверное. Когда бьется, как сумасшедшая. Еще один знакомый рыбак сегодня рыбачит. Ирик. Сейчас к нему тоже сходим, посмотрим. У него какой улов. Там я утром к нему ходил, он пару щук поймал.
Так, сюда насажу сейчас маленького окушка. Пусть он там прыгает, дразнит щуку. От слизи надо почистить этот захват. А тут скользкий очень становится. Так, ну все, отлично. Сейчас пойду еще другие жерлицы посмотрю. Может, что где-то сработка есть. Так-то не видно пока. Ну все, может быть. Там еще у меня одна жерлица без флага стоит. Есть вот еще одна стрелка у Ирика. До стопора смотана, говорит. Здесь уже смотала до стопора. Сейчас посмотрим там что. Холостая, что ли, тоже? Покажем. Ёлки-палки, да что такое, да? Макетлон где-то. Ладно. Пойдем к третьему. Так, очередная сработка у соседа. Посмотрим сейчас, удастся ли вытащить ему. Что-то брыкается. Есть. Ну, наконец-то. Небольшая. Наконец-то попалась. Из 5 одна реализована. Да, много холостых тоже. Или шурагайки какие-то, или что это? Мини-монстр. Ну. Ну, вот эти холостые мелкие щуки, думаю, это то, что дергают. Да, если крупная была бы, она бы просто заглотила бы. А эти маленькие балуются. А там, где зацепил, что там непонятно, что было там. Ладно, уже не пусто. Так, ну что, друзья, есть сработка. Есть 3 сработки сейчас на проверку. Сейчас проверим, посмотрим, может, где-то щука попалась. Здесь вот нету ничего. Здесь просто живец в траве. Сейчас его поменяю, живого поставлю. Я вообще думал, на этих окушков не будет клевать, на маленьких. Оказывается, поклевывает. Так, ради эксперимента поставил. С живцами проблемы же были.
Ну, есть проблема, то что сейчас уже живцов нет. Живцов никто не возит из магазинов. Так, ладно, посмотрим, может попадется. Сейчас еще одну сработку там проверим. Не одну, а две. Две сработки есть. Так, вот еще одна сработка здесь. Здесь какой-то зацеп. Что-то есть. Что-то есть. Но они выходят. Вот сейчас потихоньку пошла вроде. Да, есть хорошая щука, вот она. Есть. В зацепе сидела, но удалось вытащить. Вот она, хорошая щука. Отлично. Из зацепа ее выдрал. Что-то какая-то пузатая. Такая где-то около 2 килограмм, наверное. Заглотила живца. Сейчас не помню, какой здесь живец стоял. То ли большой, то ли маленький окунь. Сейчас надо будет посмотреть. А, здесь хороший большой окунь стоял. Так, сейчас надо палочку принести, у меня зимника-то нету. Да, здесь крупный окунь я оставил. Вон, видите, крупный окунь. На него и взяла. Прям в пищевод заглотила. В пищеводе был крючок. Ох, как освободил. Что-то так сильно вообще. Вот такой вот экземпляр, друзья. Наконец-то что-то покрупнее попалось, а туда этого не особо крупные мы попадали. Так, по нулям. Сейчас взвесим, посмотрим. Да, хорошая. Кило 495 показывает. Ну, минус зацеп 50 грамм. Кило 440. Отлично. В животе еще что-то есть, какой-то этот пузо у этой щуки. Может икра, может еще что-то. Вот такой вот кило 400 экземплярчик залетел. Наконец-то. Сейчас еще одну сработку надо будет проверить. Посмотреть, там может тоже что-то есть.
такого маленького окошка поставил. Посмотрим. Пока вот на такого, на крупненького попалось. Рядом с маленькими живцами стоит. Не захотела. Выбрала более крупного. Так, ну что, проверим эту тоже сработку. Посмотрим здесь, что есть. Большой окунь здесь тоже стоит. Тоже здесь на большого окуня позарилась щука. Ладно, больше нет вроде сработок. Да, все, больше нету. Ну, сейчас, может быть, еще что-то будет. Нет, видите, срабатывает желец, и даже щука хорошая попалась, полторашка. Вот к знакомому рыбаку подошел. Он здесь вот таких окуней поймал, смотрите, вон, хороших. Вообще супер. Он ловил на... На что ты ловил, на этот? На балансир, раполот, на двойка. Рапола двойка называется, да? Цвет не помню, как называется, но такой, на солнце давай посмотрим. Вот такой вот. Ну, типа маленький малек такой, да? Да. Классно вообще. Сейчас может этот попадется, да? Да, может вечерний клёв как-то. Хорошие окуни, здоровые. Они сейчас с икрой еще, наверное. Да, скорее всего, он же как у пузан. Ты до дна опускаешь, наверное? Да, до дна опускаю, 10 сантиметров поднимаю. Глубина 2,5 метра. Здесь, да? Да, примерно. Сейчас посмотрим, может что-нибудь. Вечерний клев. А, трава есть. Ага. Трава, да, со дна. Давай уберу. Не снимай копчатку, давай уберу. Все. Все, благодарю. Ну-ка давай на камеру какой-нибудь окушка. Хорошего вытащи. Я только за. Чуть-чуть подмотаем, чтобы не цеплялось. Ну, по камере видно было, что есть здесь окунь. По осени, когда лед еще тонкий, ну, этот тонкий был еще прозрачный, когда снега не было, я прям этот, в лунку прям смотришь, и этот, видно прям окуня. Вода же чистая, да, этот осенью, прозрак. Холодная. Ну, вот мы тоже по камере смотрели, вода прозрачная, еще нет, да, мути. Давай в другой проверим. Ты штук 20 поймал, да, говоришь, сегодня? Да. Ну, вообще хорошо. И несколько щук мелких. На жерлице? На жерлице. Отпустил. Да, я тоже мелких отпускаю. А зачем? Ничего. Если только там покрупнее, там размер, так и беру.
Сейчас вечером, не знаю, уже слабо. Да, я тоже заметил то, что под вечер перестает брать он. Рано утром хорошо брал. Ну. На рассвете. С утра клюет больше. Вечером так уже. И мелочь. Сейчас даже мелких нет. Ты мелких отпускал окуней, наверное? Да, да. Не ради рыбы едем, ради спортивного интереса. Ну да. Провести выходной день с удовольствием. На эту щуку не ловил сегодня? На бубер? Нет. У меня на мормышку щука попалась. Вчера, позавчера, что ли? На дробинку, прикинь. И леска там 0,08 стояла. Вон у Эдуарда щучку поймал на блесну. Ага. На маленькую. И вторая щука откусила. Ничего себе. А, ну там поводок не ставил, наверное? Нет, он на окуне сидел. Пару окушков поймал и с этой же лунки сразу щуренка достал. А потом следом вторая и потеря уловистой блесны. Так заявляет хозяин. Ну да, это всегда самая такая блесна теряется. Я тоже один раз заехал, купил этот воблер в магазин. Такой крутой воблер еще, он, ну, такой не дешевый такой. Рублей 800, что ли, стоил. Воблер фирменный, короче. Поехал на Зай. Приехал, закидываю. Раз поклевка, два поклевка. Одну щуку вытаскиваю, потом еще одну вытаскиваю, короче. Так хорошо клюет на него. Вообще такой суперский воблер. Потом раз, третья щука попадается вокруг себя. Наматывает плетенку. Ага. Такой щелчок. Видимо, то ли на зубы попало, то ли что. Плетенка. Рвет и уходит вместе с воблером. Блин, так жалко было. Самое главное, ладно, сколько она стоит, она же рабочая была. Да, да, то, что вот она рабочая. Обидно. Да, то, что она так этот хорошо так клевал на нее. А потом я такой воблер искал, но больше найти не мог, короче. Именно такой, чтобы был. Да, самое обидно. Я сегодня тоже пробовал ставить Lucky John тройки, фин 3. Ага. Тоже нифига этот, ничего не поймал. У тебя поклевка была? Что-то было? Или зацеп, или... Не понял. Нет. Вот только вот на эту двойку раполоску и все. А, клюет, да? Да, вот сегодня только на нее были поклевки. А, ты еще другие пробовал? Тоже я, бишь? Да, разные пробовал. Ну, вот какие-то рабочие есть там эти? Да, вот этот. У меня тоже выделенные, как бы, которые рабочие отдельно лежат, которые так себе. Отдельно. И вчера еще одну Lucky John тоже взял, этот Балтик. Ага. Тройку. И этот. Ну, не этот. Не обрыбил я ее, короче, не поймал ничего. И... Ну да, бывают какие-то там не особо хорошо работают, какие-то получше. Есть такое, но. Все, сегодня, похоже, не будет. Да, наверное. Поздно уже, наверное. Вот зачем. Она уже прилетать будет. Ну. Вот такой вот улов. Сколько здесь? 20 окуней где-то и хороших таких. И две щуки. Ну, где-то таких грамм. По 900, по килограмму, наверное. Вот такой улов у знакомого рыбака. А у тебя что, Эдик? Что поймал? У меня два моих мелких щуренка. Одна хорошая сошла. Обычно ты же этот, обычно ты ловил, никто не ловил. Ну, намотал. Сегодня тебя вошли. На корягу намотала. Ты на окуне не рыбачил? Нет. Вообще зачетный окунь. Самая вкусная рыба же окунет. Мелкая котам. Покрупнее. Фарш. Вот на такую плотвичку он рыбачил. Вот сорожка. Такая вот. Ну что, друзья, на сегодня рыбалка подошла к концу. Рыбалка неплохая получилась, удалось неплохие щуки съедобные поймать. Надеюсь, было интересно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке в следующем видео. Вот и гуси прилетели. Первый гусь, которого я вижу.
Слышно его, наверное.